В строю 10 новобранцев. Во Владимир на отправку в зону СВО собрались бойцы со всего региона. Их провожали у Дома культуры молодежи. Родные, близкие, а также представители общественных организаций, военкоматы и власти. Иван один из тех, кто подписал контракт с Минобороны. Он из Камешково. Говорит, решение отправиться в зону СВО далось быстро. Думал всего неделю. Едет на помощь землякам. Все одноклассники, друзья, все там уже воюют. Наша родина в опасности. Мы сейчас идем помогать, как можем, чем можем. Все желающие отправиться на службу проходят через пункты отбора. Их в нашем регионе 3. Во Владимире на первой Пионерской. Прежде чем заключить контракт, здесь бойцы проходят медосмотр и оформляют необходимые документы. Очень профессиональный коллектив пункта отбора. Минимум разного рода бюрократии, моментальное заполнение бумаг, моментальное взаимодействие со структурами, банками, Министерством соцзащиты, региональной безопасности, с теми, с кем нужно. После заключения контракта владимирцев отправляют в учебные подразделения Министерства обороны. Прежде чем уехать в зону СВО, необходимо пройти подготовку, и только после этого бойцов распределяют по боевым формированиям.